Всем привет, друзья! С вами Павел Лахнин. И сегодня в качестве очередного видеоурока я предложу вам урок по использованию пятиударных дробей за установкой. Пятиударная дробь – это рудимент, который представляет из себя комбинацию двойных и одиночных ударов. Начинается он с двух двоечек, последовательно то в правой, то в левой руке, а потом, соответственно, у нас акцентированный удар или левой, или правой рукой, в зависимости от того, с которой мы начали. Посмотрим более пристально, что из себя представляет пятиударный дробь. По сути, это аппликатура. Правая-правая, левая-левая, правая, где последний одиночный удар правый акцентированный. И, соответственно, левая-левая, правая-правая, левая, где левый удар акцентированный. Играть можно как последовательно, начиная только с правой руки каждую дробь, так и чередуя их по очереди. То есть то с правой, то с левой, то с правой, то с левой. Причем так получается ощутимо быстрее играть, чем только с правой. Можно использовать это как идею для брейков. Можно использовать это как идею для каких-то битов, можно использовать это как идею для линейных заполнений. Можно просто заучить эту аппликатуру и просто менять оркестровку в процессе игры, чтобы получить очень-очень интересные вариации. Более того, можно получить очень-очень интересный эффект, если вы будете производить во время игры ритмические модуляции. То есть переходить с 16-х на 32-е, с 32-х на 16-е, там, на 8-е и так далее. Вот, может получиться очень-очень прикольно. Что ж, я надеюсь, вам понравилось. С вами был Павел Лахнин. Подписывайтесь на уроки, записывайтесь на занятия в скайпе и живьем в моей школе. Я вас всему научу. Давайте, будет очень круто. Всем удачи, пока.